Китайские синхронисты оказались лучшими в прыжках в воду с 10-метровой вышки. В сумме 6 попыток Линь Юэ и Чэнь Айси набрали 496,98 балла. Еще одно золото завоевал пловец Сунь Ян. Дистанцию 200 метров вольным стилем он преодолел за 1 минуту 44,65 секунды. 24-летний спортсмен стал трехкратным олимпийским чемпионом. У него уже есть 2 золотые медали Лондонской Олимпиады. И остается шанс на победу в эстафете на 1500 метров вольным стилем. Именно на этой дистанции Сунь Яну принадлежит мировой рекорд.